Так, уроби новый фитнес-снаряд. Называется шипы и балансиры. Я где-то вычитала про них и решила попробовать. В общем, это такие резиновые полусферы, на которых предлагается ребенку стоять. Но поскольку этот маленький Бутуз еще сам не стоит, то можно на него сажать, можно просто прыгать на нем. А еще ему просто нравится так его перекатывать. И в целом можно играть в цвета. Пока что Роб играется с ним. И еще ему очень нравится коробка. Перекатывать саму коробку. В общем, он отпускает по квартире эту коробку. И все, что с ней играет. Надеюсь, что это будет полезная штука для развития его двигательных навыков. Еще на коврике уже ему не интересно просто так лежать. Ему интересно ползать. Уже начинает открывать все ящички. Вот такие интересные полусферы. Можно даже одну сферу к другой прилепить. Получается, как такой мячик. Да, Роби? Смотри.